В Тирасполе сегодня горела квартира в многоэтажке. Со второго этажа по Манойлова валил дым. Соседи вызвали пожарных. В квартире в это время была только собака. Она погибла. Тирасполь, девятиэтажка по Манойлова, 37. Утро началось с пожара. В квартире на втором этаже вспыхнул огонь. Что случилось? Ничего, мы выскочили и все. Мы почувствовали запах гари. И спустились вниз, все побежали, все. Соседи выскочили на улицу, увидели в окне пламя. В квартире в это время хозяев не было, только их собака. Вызвали пожарных. По прибытию было установлено, что произошло возгорание предварительно на кухне, на втором этаже. Был обнаружен очаг пожара на кухне. Быстрее всего был какой-то прибор включен в розетку, потому что больше всего пострадало имущество в том месте, где находились электроприборы. По словам хозяйки, да, она ушла на работу, включенным ничего не забывала. Вот так выглядела кухня уже после пожара. Огонь потушили за минут 15, но питомца не спасли. Собака отравилась угарным газом. В самом очаге возгорания обнаружили мультиварку и тостер. Они были подключены к сети. Всем гражданам, конечно, рекомендую по возможности те приборы, которые не работают постоянно, такие как холодильник, выключать из розеток, потому что даже при перепаде напряжения возможно просто где-то некачественный контакт и может произойти банально короткое замыкание и произойти от этого возгорание. В квартире наполовину выгорела кухня, пострадала мебель и бытовая техника, а главное, погиб домашний питомец, который остался один и не смог самостоятельно выбраться.